Это я иду с базара, накупила всего всякого. И мимо тут прохожу вот этих буддийских домиков для богов. Посмотрите, какие они красивые. Туда внутри. В общем, домики для Будды, но не такие красивые, что самой хочется такой. Ой, моя тень, конечно. Смотрите, с такими вырезами. Там внутри так красиво. Вырезанные изображения. Я бы, наверное, в таких домиках бы сама жила. Настолько они красивые, такие яркие, позолотистые. Ну вот, началось. Да, тень такая страшная. Ой, какая красота. И еще такими красками разрисовано. Вот видите, они стоят. И там Будда сидит внутри. Этих домиков. А это у нас желтый цвет. Такой вот красивый. Весь пленки еще его закрыли. Новый совершенно. Или из Китая везут. Или мастерская тут своя есть. Ой, ну такие красивые домики. Вот, внутри там кладется Будда. И он сидит, ему там подношения делают разные. Тут есть китайский магазин, буддийские всякие палочки продаются, ароматные. Но я туда заходить не буду, хотя он сегодня даже закрытый. Вот, а эти стоят. Видите, ой, какие красоты, какая красота, какое изображение, какие рыбки. Ой. Ну, я бы, наверное, в таком домике сама бы не отказалась жить. Так вот. Красиво очень. Прям. Желтый цвет даже лучше, чем красный. Ну, шикарно, шикарно. Да.